Итак, это вторая часть, ребят. Как вы помните, мы в прошлом выпуске скачали вот эти три файла и с Disk Space, ребята, а именно с настоящего Disk Space, не с какого-нибудь фейкового Disk Space, там где нет вирусов, а с настоящего вирусного Disk Space, ребят. Вот, и у нас ни одного вируса не было. Вот, вот так можно это все дело скачать. Так, что у нас как-то долго отдупляется это все дело. Очень странно, ребят, да. Блин, я сейчас попробую... Ничего, у нас там торрент работает. Попробую еще раз через мой компьютер. Вот эти два файлика. Я их скину вам на Google Диск. Если хотите, проделайте то же самое, что и я. Вот, чтобы вы точно убедились, что там не будет вирусов. Вот, что ни с какого Disk Space вы не будете качать. Вот, я уже... Как хотя, я же могу скинуть вам вот эти вот уже три готовеньких файла, блин, не три, сколько их, раз, два, три, четыре, пять. Пять готовых файлов, ребят, чтобы вы не накачали вирусы, скину вам на, давайте, 7-Zip, добавить в архив, 7-Zip, RAR, ZIP-архив, давайте ZIP-архив создам вам. Вот, чтоб вы не мучились, в принципе. Вот. Но можете, честно говоря, скачать из Disk Space, но сделать все так, как я, в принципе, показал. Вот он, архив наш. Downloads, ребят. И вот вам все эти три файла. И чтобы вы убедились, что это не фейк. Нет, вот. Видите, он просит извлечь. То есть, ребят, чтобы вы убедились, что это не фейк. И, например, вот сейчас запускаю Origin, вот. Я же говорю, помните, в прошлом выпуске мы делали, и тут ни одного вируса. Так бы сейчас вирусняк у меня был, если вот это вот все это фейк был, блин. Как-то очень долго отдупляется у нас Origin, я не знаю, что, блин. Я не знаю, это какая-то битая загрузка Origin, потому что, я же говорю, очень долго отдупляется. Давай. Боже мой. Ладно, давайте с Гугла сейчас качнем Origin. Не восстанавливаем. Скачать Origin. Сейчас, может быть, это, знаете что? Может быть, это получается такая загрузка. Вот, что типа нужен Origin, чтобы его взломать. Скорее всего, ребят, потому что... Вот, Origin. Так, вот у нас пошла загрузочка Origin. А что будет, если мы скачаем для Мака, например? Загрузить, окей. Оба-на! BMG формат. Не, ребят, нам такое не пойдет, отмена. Да, для Мака чуть-чуть другой Origin получается. Странно. А чё не A10, например, на Маке? Вот, или A9. Тут Intel Core i2 Duo. Очень странно все как-то. Так, вот у нас Origin. Запускаем. Ребят, сейчас у нас пойдет установочка нашего Origin. Вот у нас как бы устанавливается наш Origin. Установить Origin нажимаем. Установить бета-версию нет. Мною прочитано. Да, нажимаем. И нажимаем установить. И вот мы видим, устанавливается последняя версия Origin. Вот. И сейчас попробуем. Давайте вот торрентом. А, так это Need for Speed Origin Setup. Это, короче, сам Origin, но очень странно, как-то он открывается здесь. И, блин, я не знаю почему, но ни один файл торрент вот эти вот не запустился пока что. Может, у вас запустится, я не знаю. Может, у меня
Потому что 32-битная семерка стоит, они не запускаются, поэтому. Но, по крайней мере, Origin скачивается. Вот уже. Да, это долго будет. Так что я, пожалуй, промотаю. Итак, когда у вас наконец-то загрузился Origin, ребят, то... Так, чуть-чуть сейчас подождем еще. Что это там такое? Сейчас посмотрим. А, это вот эта вот хрень. Блин, ребят, давайте я очищу, чтобы вас не нервировать, что это какой-нибудь вирусняк. Нет, это просто обычный документ. Отлично. Что-то долго он у нас устанавливается, давайте промотаю чуть-чуть. Итак, когда вы наконец-то скачали Origin и зарегистрировались в нем, что я сейчас собираюсь сделать, то у вас сетевая аутентификация временно недоступна. Временно, блин, недоступна, скатал немного. Ладно. Ребят, надо пробовать через торрент. Надо пробовать через торрент, потому что у меня вот такая вот фигня происходит. Смотрите, сейчас покажу. Так, ага, вот все, отлично. Итак, я вроде бы вошел в Origin, но меня выкинуло какого-то черта. Ладно, давайте попробуем еще раз. Блин, скорее я вам, кстати, переброшу вот эти все файлы. Вот, что вы попытались сами. Так, давайте. Блин, что же делать-то, а? Меня выбрасывает постоянно. Ладно, ребят, давайте подведем итоги. То есть вы поняли, что из Disk Space можно качать без вирусов. Вот, и все нормально, все отлично работает, все окей. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр и всем пока.